не можу ув'язати такі токи. Не хватает проблем. О. Щекно види. Канализации. Леди и джентльмены, не стесняемся. Будем внимательно. Хочу еще стакан. Я попросил перевод. Не стрелять! Мы журналисты! Черт. Кто пригласил сюда агента? Кто ты? И что тебе нужно? Почему ты здесь? Ты здесь из-за статьи о Дубае? Может, из-за лунной базы? Из-за клонов? Из-за клонов на лунной базе? Кто тебя послал? Мне нужен сам издат. Ты здесь главный. Относительно! У нас тут самых главных нет, парень. Истине никто не указ, а никто не хозяин. Свобода слова — это общее право и общая ответственность. В общем, ты носы ломать пришел? Тогда это ко мне. Я ничего ломать не собираюсь. Давайте поможем друг другу, хорошо? Я 20 лет жил в коммуне. Всем помогать, я в этом профиль. Отлично. Это связано с одним из ваших расследований. Некоторые люди из-за вас с ума сходят. Что ты знаешь о Праге Давос? А, это те импортеры? Ну, знаю, например, что в подвале у них не склад. Мы там видели агентов. Это просто подставная фирма. И, пожалуй, далеко не одна. Откинуть их все, и мы доберемся до них. Что, я не прав? Это тупик. Ну, конечно. Такие, как ты, всегда приходят обсудить тупики. Ладно. А ты не думал, что помогаешь своими действиями кое-кому еще? Не думал, что если будешь шуметь и привлекать к ним внимание, у тех, под кого вы копаете, не будет шансов добраться до истины? Об этом ты не думал? Хочешь, чтобы я поверил, что мы с вами коллеги? Тоже мне люди в черном. Ты из тех, кто приходит к Пик Ньюс и говорит им, о чем лучше молчать, они тебя слушаются. С нами это не пройдет. Однажды мы вас всех на чистую воду выведем. Если не я, то кто-нибудь точь-в-точь такой же. Сам издат не я один. Кей, не один человек. А что именно вы здесь делаете? Сам издат — революционное издание. Пик потакает тирании корпораций и вранью политиков. А нас интересует истина. Мы ищем ее, пишем о ней, публикуем. За это нам носы ломают. Листовки печатаете? Мы делаем очень много всего. Например, у нас есть доступ к медиасети Пика. Так мы распространяем информацию. Которую добываете, взламывая все, что вас заинтересует. Истина скрыта. Если для ее поиска нужно обойти пару правил, так тому и быть. Кей не один человек. Что ты имеешь в виду? Кей — непостижимый идеал. Неосязаемый лидер весьма реального сопротивления. Убей меня, и строчная Кей станет Кей. Убей строчную Кей, и Кей станет Кости. Кей убить невозможно. А если убьют Кости? А Кости так легко не убьешь, брат. Кости не человек. Я думаю, он был одним из них. Он, знаешь, должен был стать принцем Бельгии, но вырвался из Матрицы. Мы нашли его среди чертовых культистов, потерянного человека. И мы открыли ему истину. Понятно. Допустим, у меня есть к самой издату предложение. И кто мне с этим может помочь?
Зависит от предложения. Я хочу сказать, в любом случае существует редактор. Редактор принимает все основные решения по печати. Это я. То есть ты можешь устроить так, чтобы о чем-нибудь не писали? Это смотря о чем. Я хочу, чтобы вы перестали копать под Прагу Девос, но не потому, о чем ты подумал. Расслабься, я понял. Понял, не сомневайся. Не можешь подвести своих военно-промышленных хозяев. Нам всем это знакомо. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Кто подтасовывает новости, замалчивает происшествия. Поверь, у нас с вами одни враги. Мы на одной стороне. Для нас враг любой, кто скрывает правду. Ты сейчас от нас именно этого и хочешь. Чтобы мы притворились, что за этой твоей Прагой Давос ничего не стоит. Я хочу, чтобы ты понял разницу между преступным заговором и необходимой скрытностью. Между людьми, которые скрывают информацию, чтобы делать то, что хотят, и теми, чья работа требует определенной секретности. Ты, как никто другой, должен понимать такие вещи. Ладно. Ты вроде разумный человек. Блин, обычно к этому моменту я уже получаю в морду. Приятное разнообразие. Давай так. Мы не пишем о Праге Давос и вообще вас не трогаем. А ты находишь для нас тему получше. Устраивает? Что вас интересует? Единственное, что я ненавижу сильнее, чем секретные организации, беззубые медиа-империи, которых совершенно не интересует правда, которые льют людям в уши одну ложь за другой. Предлагаю вот что. У нас нет доступа к двум местам. Ты проберешься в одно из них и найдешь для меня что-нибудь грязное о нашем общем враге. Компании ПИК. В обмен никаких нежелательных публикаций. Может, и для себя что-нибудь раскопаешь. Хорошо. Что ты хочешь узнать о Пике? Скелеты. Знаешь, те, что такие компании через полмира привозят хранить в Прагу. Корпоративные архивы, мой друг. Корпоративные архивы? Ты хочешь, чтобы я пробрался в банк? Хранилище меня не интересует. Мне нужна Шани Талвар, директор Palisade. Она всегда держит в рукаве пару козырей, а козырь в ее работе — информация о клиентах. Она точно что-нибудь знает о Пике. Мне до нее не добраться, но у тебя это получится. Залезь в ее офис, найди что-нибудь, что доказывает, что Пик насрать хотели на истину. Тогда обещаю, я сделаю для тебя все, что угодно. Попробуем. Пока меня нет, даже не думай ничего публиковать. Не волнуйся. Кстати, пока будешь там, советую осмотреться. Мало ли что там еще может быть. Посмотрим. Ještě mi do kvóty chybí 4 přestupky. Co je to? I narkotiky. Ah!
Договариваться. Продержаться бы эту смену. Филиан странно себя ведет. С тех пор, как его уволили из Пелисейда, он очень нервный. Сэр. Ни один хакер еще не смог. Слушаю. Хорошо, теперь нужно разобраться с проблемой. А ты как думаешь, что это означает? Да, именно этого я и хочу. Этот человек пытался нас обокрасть. Тебе не нравится на меня работа? Ты квартиру разве не на деньги компании снимал? А еду детям на что-то? Жена у тебя живет в тихом квартале, где есть своя охрана? Или в каком-нибудь гетто среди убийц или насильников? Он хотел нас обокрасть. А теперь представь, что бы случилось, останься мы без денег. И постарайся, чтобы никто больше не рискнул такое вот попробовать. Сейчас разберемся. Фиксированная аномалия.
единственная его цель – защищать права аугментированных. Начинаем патрулирование. Какой ты? Ждите здесь. Ну давай. Малый патруль. Подтверждаю. Фондовый рынок рухнул после теракта. Приветствую. Работать в банке здорово, но вот так. Еще один. Мне не нравится быть артистом. Не по всей Европе расползут. Ничего не происходит. Я увольняю. И что они говорят? Ну как, ты что-нибудь принес? Над чем вы сейчас работаете? Над какой историей? А нет никакой истории. У нас только факты. С 1997 года 63% землетрясений — это следствие бомбардировки сейсмически нестабильных районов. Ты это знал? Нет, как-то не слышал. В этих бедствиях не было ничего природного. Хочешь цифры? Сейчас в мире 7 100 000 аугов. На 89% меньше, чем до инцидента. Активность Darknet с происшествия в Дубае возросла на 73%. Это связано! Хочешь знать как? Я тебе сейчас скажу. Это все часть селективного уничтожения населения. Это задумано очень давно. Все меняется, меняются жертвы, но не главная цель. Все правительства в курсе, но людям об этом неизвестно. Почему? Почему об этом не говорят? Да потому что ПИК контролирует 94% мирового медиапространства. А из их новостей 97% полный пиздеж. Это факт. Ты что-то сказал насчет Дубая? Что за историю вы нарыли? Кукольный театр на Ближнем Востоке с участием бывших наемников Bell Tower и местных славянских гангстеров. Отлично сработанный, прекрасно написанный водевиль. Кем написаны? Кем-то, кто любит управляемость. Марионетка против марионетки. Откуда вы это узнали? Кто вам сообщил? Что за источник? Шепотки во тьме, мой друг. Стоит заснуть, и тебе начинают шептать разные вещи. Псс, архиц убиваться, дела влучаться, раз. Что-то такое, что-то неясное. Это как, когда ты что-то чуешь, но пока не понимаешь, что это. То есть ты ничего не знаешь? О нет, я знаю очень много. Просто чем больше болтаешь, тем меньше слышишь. Кроме того, журналистская этика. Мы тебе не пик-ньюс. Мы одни из немногих, кому пока что удается избежать глобального контроля над медиа. Контролируют по-разному, когда напрямую, открыто, а когда манипуляциями. Но стоит туда случайно влезть, и уже не отмоешься. Похоже, я нашел для вас кое-что подходящее. Я весь внимание.
Вот, Пик прекрасно знал о химическом загрязнении проточной воды. Своих они предупредили, но простым людям сообщать не стали. Узнаю. Лучше поставят под угрозу здоровья людей, чем существующий порядок. Это отлично, это очень хорошо. А еще? Нет, это все. Спасибо, мой друг, этого более чем достаточно. Так, кости уже вовсю печатают. Мы собрали все, что у нас есть о Пике. Даже уже подготовили предварительный вариант текста. Надеюсь, благодаря тебе сейчас все сложится воедино. На этом все? Почти. Осталось сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Ты должен взломать один информационный сервер. Это последнее, что нужно сделать, и ты свободен. И тогда вы оставите Прагу Давос в покое. Прагу что? Чан, ты здесь? У тебя какие-то новости? Я разобрался с самоздатом. Не волнуйся, в ближайшее время они о нас не напишут. Ха, тогда я все отменяю. Как тебе это удалось? Мы с ними все обсудили. Они нам больше не угрожают. Обсудили? С психами-заговорщиками? Я знаю, что делаю. Я сделал, что ты просил. У самоздата не будет проблем с распространением правды. Помнишь наш договор? Помню, помню. Как же? Я не лезу в ваши секретные игры и не трогаю ваших импортеров. Заметано. Осторожнее. Если Пик еще не начал на вас охоту, то сейчас уж точно ждать не будет. Не волнуйтесь. Главное, не забывайте, кто тут хороший. Вот так. Совсем немного. И в основном в бедных районах. Думаю, полицию просто не интересует, что там происходит. Миллер, я в метро. Отлично. Чан говорит, что твой личный экипаж прибудет, как только ты выберешь на карте станцию Ружечка. Чан, вы что, приказали ему взломать транспортное управление? План А не работает. Все не со мной.